Про Николая Силина можно сказать, не он выбрал профессию, а она его. 40 с лишним лет назад поступал в аграрный на мехмат, но не набрал проходной балл. А вот после армии одним из первых поступил на только что открытый юридический факультет. И с тех пор, вот уже почти полвека, Николай Васильевич служит закону. Приходилось выносить разные вердикты, порой самые суровые. Сейчас я, наверное, уже один остался судья, который в свое время, когда была практика еще вынесения приговоров, как мы их называли, расстрельные дела, за очень тяжкие преступления. Вот мне приходилось и такие дела рассматривать, когда к высшей мере наказания. Про Николая Васильевича можно с полным правом сказать – старая гвардия. И хотелось бы, чтобы у таких специалистов была достойная смена. Но для этой работы нужно призвание. Наверное, поэтому, несмотря на то, что из года в год конкурс на юридические отделения стабильно зашкаливает, а в дипломированных выпускниках вроде достатка нет, найти хорошего юриста, как показывает практика, очень сложно. Но все-таки они есть. И от их работы зависит очень и очень многое. У меня почетное поручение губернатора области поздравить сегодня юридическое сообщество Оренбургской области. В этом зале собрались самые лучшие юристы со всей области, из всех отраслей, из всех организаций, из всех предприятий, очень крупных. Здесь и прокуратура, и суды разной юрисдикции. Поэтому мы сегодня пришли почествовать вот, юристов, потому что зачастую все прекрасно понимают, что без них жизнь современного человека, современного общества совершенно невозможна. Александр Петренко, Семен Воробьев, Новости дня.